It's not what you did, son. It's who you did it to. Nobody? But nobody. It's John Wick. Вы смотрите Backstage News. Подоспел тизер-постер второй части боевика «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли. Боевик «Джон Уик» помог реанимировать карьеру Киану Ривза. Фильм не только собрал приличную кассу 86 с лишним миллионов долларов при бюджете в 20 миллионов, но также получил позитивные отзывы от зрителей и критиков. В начале 2015 года режиссеры Брайан Лейдж и Чад Стахелски, для которых «Джон Уик» был дебютной работой, анонсировали сиквел. Как гласит официальный синопсис экшн-ленты, Киану Ривз снова сыграет легендарного убийцу Джона Уика, который вынужден вернуться в дело из-за бывшего сообщника, который планирует захватить власть в теневой гильдии убийц. Связанный клятвой крови, Уик отправляется в Рим, чтобы сразиться с самыми опасными убийцами в мире. Помимо Ривза, в фильме также появятся Лоуренс Фишберн, Джон Легуизамо, Бриджит Мойнехен, Питер Стурмаре, Руби Роуз и Лони Рашетлин-младший в роли главного злодея. Мировая премьера фильма «Джон Уик. Вторая глава» состоится 10 февраля 2017 года. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал Backstage News и группу ВКонтакте, оценивайте видео и обязательно оставляйте свои комментарии. До встречи в новом выпуске!